сегодня конструировать и строить мосты в 1947 году пошел брат Людмилы Семеновны, Дмитрий. После войны это была одна из самых нужных профессий. Дмитрий Семенович, возьми меня сюда, в Сибирь. Что ты тут будешь делать? Здесь такие холода. Я говорю, ну и что? Я не боюсь холодов. В Абакан Людмила Семеновна приехала в 60-м году. Сразу пошла мостоотряд номер 5 «Разнорабочий». Параллельно успевала учиться в техникуме. И через 9 лет уже стала мастером участка. Собственный стаж – 44 года. Мы такие конструкции изготавливали. Мосты. Мосты же строишь. Начинаешь с фундаментов и пошли. Ригеля, балки там. Эти всякие тротуарные блоки. Блоки оболочки, облицовки. Да вообще там очень много работы, очень много названий, конструкций. Так что мне нравилась работа. Всю жизнь Людмила Семеновна вместе с мужем проработали в Абакане. За преданность профессии супруги удостоены государственными наградами, в том числе медалями. В республике, наверное, нет ни одной переправы, которую бы не возводила семья Пещеровых. Достраивали Абакан, достраивали Енисей. Это я там была... Ой, какой холод. Мы работали все равно. Руки замерзают. Обязательно надо конструкции. По стопам родителей пошли и дети, и внуки. Средний сын остался в Абакане, а старший и младший работают в Якутии. Строят один из самых длинных мостов этого региона через реку Алдан. Отец говорит, приди попробуй, может понравится. Ну, пришел, вроде как бы хорошо все. Начинал также с монтажника, потом мастером. Вот сейчас 4-й год прорабом работаю. Приедешь, ничего нету. Речка бежит, и все. А уезжаешь, уже все, мост и дорога, все стоит. Всего в большом и дружном семействе 8 специалистов-мостовиков. Но, как шутит Людмила Семеновна, их армия строителей, возможно, пополнится уже в ближайшие годы. Подрастают 8 внуков и правнуков, которым еще только предстоит выбрать профессию. Мария Добрынина, Станислав Колчинаев, Вести Хакасия.